Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина, мы на моей кухне. И я сейчас буду делать витаминно-антиоксидантный коктейль, который мой муж принимает каждое утро. Он очень вкусный, но я, вы знаете, пока что-то сама на него еще не решилась. Итак, нам для этого понадобится лимон. Целый лимон, имбирь свежий, куркума, мед, вот мед натуральный, порошок спирулины. Вот мы купили такую большую упаковку на... Где же? На Озоне 400 грамм. Вот он по 100 грамм вот в таких упаковочках здесь порошок. Это спирулина, это сине-зеленая морская водоросль. Чистая кипяченая вода вот там в графинчике. Кружка чистая, ну, горячая вода. Так, я, это уже мы отработанный рецепт, начинаю так. Ну, сначала берем терку и натираем где-то примерно 1 сантиметр имбиря. Я сразу в кружку тру. Вот так мне снять вам, чтобы видно было. В общем, натираю имбирь свежий. Мужу нравится, когда побольше имбиря. Ну, не буду весь кусочек. Вот где-то сантиметр я сделала. Все. Теперь беру лимон. Он мытый, чистый. И немножечко цедры. Это чисто для аромата. Ну, чтобы вкуснее был. Чтобы вкуснее было. И ароматней сам. Так, коктейльчик. Немножко совсем. Но я не обдираю весь лимон. Снимается только цедра. Сам вот эта желтенькая корочка. Все. Я думаю, достаточно. Теперь я все, что натерла, тут все с терки снимаю. Вот. Осталось на терке. Ну, немножко на свинячек, не без этого. Вот. Все. И теперь мне нужно сюда добавить мед. Но я сначала, я не люблю мед класть в горячую воду. Считается, что он портится от этого, теряет свои свойства. Поэтому я сначала сейчас в кружку положу куркумы немножко. Вот. Немножечко возьму. Намочу. Ой, это не входит. В общем, так вот, немножечко куркумы, ну, на кончике ложки. Можно чуть-чуть больше. Вот. И заливаю кипятком на донышко, чуть-чуть. Так, давайте. Вот он. Обычно мы пользуемся термофлотом. Ну, совсем чуть-чуть. На донышко. И вот мне это все нужно здесь разболтать, чтобы горячая вода из имбиря и из куркумы и из цедры лимона как бы растворила эфирные вещества, эфирные масла. Вот, пока мы здесь немножко разбалтывали, вода все равно уже не кипяток, тем более на донышке, да, можно положить ложку меда. Мед я кладу прям столовую ложку. Потому что у нас же целые, получается, целого лимона сок. Вот это вот так. Ну, столовая ложка, даже немножко сверху. Можно меньше чуть-чуть. Вот так вот. Во. Во. А сок же лимона кислый. Поэтому... И растворяем мед. Обычно муж мне помогает. Мы тут с ним стоим, болтаем. Он сам стоит... Разводит этот мед себе в кружке, чтобы он мед растворился вот, в этом вот растворе. Такой от куркумы, такой желтый цвет. Интересный получается. Сейчас возьму еще одну ложку. Нужно теперь положить спирулину. Спирулину я беру чайную ложечку без верха.
Вот пакетики. Надо куда-то пересыпать, их никак не соберусь. Вот чайная ложка без верха. И сюда. Все. В итоге получается вот такой темно-синий, зеленый. Вот такой вот взвесь. Не знаю, как это, болтанка. Вот. Все это разводим. Оно, конечно, не растворяется. Получается как бы такое, ну, не знаю, как сказать-то. Не растворяется. Это же нерастворимые вещи. Вот, разводим. Так, теперь что я делаю? Теперь я беру нож и разрезаю лимончик. Так. Разрезаю пополам лимончик. А, я знаете, что забыла? Но у меня сейчас эти семена тмина черного есть. Вот они. Ну, как бы я так добавляю тоже, ну, буквально капелюшечку, как бы показать. Можно не добавлять, в принципе. Если у вас их нету, то можете не добавлять. Так, все. Штатив уронила. Пардон, пардон. Плохо держится. Все. Вот. Извините. Так, где-то немножко так вот добавила. И хватит. И вообще, мне интересно, непонятно, почему продают черный тмин в таких вот маленьких упаковках. Странно. Так. Для чего он вообще используется? Приправа. В отделе приправ продавался. Так, теперь лимончик нужно нам выжать на соковыжималке. У меня электрическая соковыжималка, а вот цитрусовых, вот такая. Просто берем, она включена в розетку, выжимаем. Извините, сейчас будет гудеть. Попытаюсь заткнуть этот микрофон. Очень удобная вещь. Все. Теперь берем чистую кипяченую воду. И я вот так обливаю сверху соковыжималку, чтобы отсюда сок-то тоже смыть. Но потом мы концентрированный сок не можем использовать, потому что он уже очень кислый. А нам нужно сделать полную кружку коктейля. Так, поэтому так вот приблизительно делаем. Еще можно чуть-чуть. На вкус получается кисло-сладкий. Больше кислинкость такой, четко выражена, естественно, от лимона. Вот. Вот так вот. Вот столько у нас получилось разведенного уже лимонного сока. И мы выливаем его в кружку. Вот. Полная кружка получается. Вот коктейль. Все. Теперь это нужно хорошо нам разболтать и выпить. Муж еще потом немножко воды доливает, чтобы все-все-все, что у нас здесь на стеночках было, взвесь, оно не растворяется до конца-то, а проглотить надо все. Но по вкусу получается вкусно. Кисло-сладкий с таким стравянистым привкусом, этот привкус из-за спирулина. Вот. Что здесь содержится? Ну, во-первых, содержатся биофлавоноиды из цедры лимона. Эфирные вещества из куркумы, огромное количество веществ биологически активных, которые находятся в спирулине, и витамин С, который находится в соке лимона. Ну, естественно, все питательные и лечебные вещества, которые находятся в меде. Вот каждое утро у нас вот такой коктейль.
и для здоровья. Вот. Берегите своих близких. Употребляйте не химические витамины, а натуральные. И пусть в вашей жизни, в вашем здоровье все будет хорошо. А я сейчас попробую. Ой. Кислоты, конечно, больше, чем сладости. Но много меда тоже не стоит. Вот этой ложечки вполне достаточно. Очень вкусно. Попробуйте. Всего вам доброго. Извините за какие-то косяки. Будьте здоровы.